Джордани Голд Эссенза — это аромат радости и счастья. И работая над ним, мы в некотором смысле испытали это ощущение. Нам удалось получить эфирное масло «Флёр д'Оранжа» исключительного качества, которое стало основной нотой парфюма и придало ему особенное звучание. Думаю, в этом его очарование. Эксклюзивная парфюмерная нота «Эссенза» основана на эфирном масле «Флёр д'Оранжа». Работа над извлечением экстракта «Флёр д'Оранжа» потребовала много времени. Один раз в неделю мы с командой специалистов устанавливали на аппаратах определенную температуру и уровень давления, чтобы получить эфирное масло высочайшего качества. Нам потребовалось несколько месяцев, чтобы добиться желаемого результата. И исходя из этого, мы создали парфюмерную воду Джордани Голд Эссенза. Джордани Голд, когда был запущен этот бренд? Впервые он появился в 1976 году. Он имел невероятный успех и пользуется популярностью по сей день. Сегодня мы обновляем наш легендарный бренд, чтобы создать нечто более уникальное, современное и совместимое с будущим. В этой связи мы решили сделать продукт, создающий эмоциональную связь с потребителем. Флакон из тяжелого стекла очертаниями форм напоминает драгоценный кристалл. Мы разработали текстурную этикетку, которая находится на фронтальной поверхности флакона. Каждый элемент тщательно выверен и продуман. Внутри вас ждет сюрприз. Логотип Джордани Голд. Это поистине уникальный флакон. Уникальная парфюмерная нота на основе эфирного масла «Флёр д'Оранжа» была создана эксклюзивно для Oriflame. Эта нота никогда не будет использована ни в одном другом аромате, кроме Джордани Голд Эссенза. Как сказала Коко Шанель, женщина без духов — женщина без будущего. С ароматом Джордани Голд Эссенза у женщин блестящее будущее.